печать маркировки для применения в щитах автоматики, в электросчетах. Печать на термоусадке. Покупать специализированный принтер нынче дорого, так как целесообразность такой покупки нужна при больших объемах. У меня таких объемов нет, но тем не менее, красиво, аккуратно делать щиты — это круто. Для начала взяли принтер. Это Mercury TLP 300 с 203 DPI. Один из самых дешевых принтеров на рынке. Куплен он у меня уже был давно. Под эти задачи все до него не доходили руки. Что было сделано? Самое основное проблемное место — это то, что у принтера минимальная ширина этикетки 25 мм. Для того, чтобы запустить термоусадку, допустим, здесь у меня сейчас использована термоусадка 4х2, вот, необходимо было придумать, как же ее все-таки зафиксировать. Для этого была смоделирована штучка, на 3D принтере распечатана. Значит, данная вставка ставится в максимально разведенные ограничители. Она сделана немножко подпружиненной. Дальше она упирается в направляющие. Вот они здесь небольшие. И, соответственно, здесь есть канавка. Она ставится ровно, ничего не это. Дальше сделаны элементы для фиксации термоусадки. Протягивается она здесь достаточно легко. Принтер в состоянии ее протянуть. Вставляется без особых проблем и усилий. То есть рука заходит. И вставляем в ограничители. Все. Термоусадочка тянется вперед-назад. Дальше. Для того, чтобы она шла ровно, сделаны вот такие вот фиксаторы. Они съемные, они могут переставляться на разные положения. Ставятся они на кромку крышки, закрывающей отсек для установки отделителя или отрезного ножа. Датчик у нас устанавливается непосредственно под ленту. Закрываем. Все, по большому счету, у нас с протяжкой термоусадки вопрос решенный. Далее, в настройках бартендера. Это лайт-версия, можно установить там что угодно, работающее с этими принтерами. Значит, настройка страницы печати. У нас ширина ленты мы оставляем 25 мм, длину мы берем стандартную, но в полях задаем смещение, то есть здесь приблизительно 7 мм толщина сжатой, ширина, точнее, сжатой термоусадки, поэтому 9 мм правое-левое поле. Это первые пробы, буквально вот полдня потратил на то, чтобы хорошо получилась вставочка, чтобы все свободненько было, чтобы фиксировалось. Ну вот, допустим, пробуем печатать образец. Вот прекрасно отпечаталась маркировка. Можем еще раз попробовать. Прям задам 10 штук. Здесь сделаем протяжку небольшую, чтобы отделить их. И делаем печать. Вот, прекрасное нанесение. Дальше разделение, конечно, уже будет
спокойно можно печатать маркировку. Дешево и сердито. Кстати, термоусадочная лента покупалась ЕКФ. Ну, вот это непосредственно 200 метров. Ну, что-то в районе 2000 рублей или 2,5 там по акции как-то на всех инструментах брал. То есть 200 метров. Ну, это просто считайте даром. Риббон покупал на Озоне. Чистый резин, никаких там с премиумов, стандарт. Посмотрим как. Ну, вот на ощупь не трется. Вполне себе нормально печатается. То есть цена комплекса маркировки. Ну, сколько будет стоить Риббон? Что-то там рублей 400 брал. Термоусадка, ну, можно считать даром для серийного, мелкосерийного производства. То есть, когда нужно собирать сложные щиты, много маркировать, относительно много, да, то есть мы не говорим про какое-то потоковое производство, где бесконечно, а так вполне себе классное решение.